Уже сейчас 98 музыкальных школ области, а также консерватория, получают в подарок учебные пособия. Для каждого учебного заведения подготовили индивидуальный комплект нот, музыкальных партитур, учебных пособий и брошюр. Все собрано, исходя из конкретных потребностей каждой школы. Строители, благотворительные фонды, они очень грамотно поступили. Они прислали заранее список музыкальной литературы, чтобы руководители школ успели просмотреть, успели выбрать и подать заявки. Нижний Новгород стал не первым городом, в котором стартовала благотворительная программа «Музыка детям». Акция общероссийская. Осенью прошлого года комплекты музыкальной литературы получили ученики Самарской области и Пермского края. В декабре учебниками и нотами одарили школы Свердловской области. С сентября прошлого года мы реализуем эту программу в регионах. Ее суть состоит в том, что мы передаем в качестве пожертвования абсолютно безвозмездно музыкальным школам и школам искусств регионов ноты, учебные пособия и книги, которые необходимы в ежедневной работе. В каждый комплект входит почти 100 изданий, некоторые из них уникальные. К примеру, одна из школ получит 1000-страничные указатели практически всех сочинений Петра Чайковского и его литературное наследие. Ксения Долинова, Валерия Ульянова, Сергей Таиров. Объективно. ННТВ.